Так что ты на второй коробке передач у тебя, да? На двушке? Сейчас, да, сейчас на двоечке, в принципе, зашло хорошо. О-о. Я сам тупил, ну, именно если бы не было никого, я бы еще быстрее проехал. Mm-hmm. Может, в игре богаться чат, интересно. Да, вот мне тоже непонятно. То есть багается там, может забагаться там загрузка там. Угу. Вообще непонятно, да. Я, кстати, посмотрел, да, то, что я тебе в этом кубчик тогда говорил, что чувак из флотаута там намутил кубчиков. Видел, да. Да, это оказывается не 4. Ты просто зашел в его профиль и посмотрел, а если смотреть просто по списку, не заходя в профиль, то увидишь там чуваки с другими никами, может это его другие аккаунты, я не знаю. И там реально десятки, одно и то же видео с разной музыкой прям подряд. Ну, по хэштегу Wreckfest. Ты прям скроллишь там только одно и то же прям. Не 4, больше намного. Первый. Красавчик. Ну, разгоняется она быстрее, чем мы. А, или он пропустил меня. Забош какой-то там на мелкой. Все, меня обогнал этот Санрайз. Теперь у него нету дырок. Машина черная, или какой-то глядеть пусть. Сорян. Да не, ничего. Ты опять сломаешь мне колесо там или что-то. Да, да. Это что, гроб так говоришь? Я то я уже боюсь таких маленьких объектов, иногда это на газонокосилках или еще что-то. Ты думаешь, что это фигня какая-то, а потом въебываешься, а там целая машина. Сбивает тебя с траектории. Особенно, да, бампер-кар какой-нибудь там или... Ой, да. Колесо сейчас помну. Нифига этот раннер херачит, блин, я тебе скажу. Да, какой нафиг багги, блин. Раннер бери и ебос, вообще я обогнать не могу тебя. Да, интересно, кстати. Хотя по ощущениям так вроде сложно. Ну, то есть, когда рядом никто не едет. Еще и звук страшный. Тогда по ощущениям я бы сказал, что он так же, как и Рокет едет, а то и хуже. А по факту получается, что нет. Да, на этих медленных все так медленно едут, что непонятно сразу. Nice. Да. О, War Wagon. Я смотрю, шин, ты ебошь на раннере. Да, слушай, мне понравился. Теперь, правда, не знаю, стоит ли менять конфигурацию опять, убирать бампера и вешать и второй двигатель на первый менять. Она вроде от этого быстрее не становится. Но она легче, типа, будет тормозить, может быть, ну, я не знаю, короче. Так, посмотрим время 35:19. А было. Я теперь как Женя. 35:412. Лучше было на 0.1. На баге причем, да.